Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей странички в Фейсбуке. Всех благодарю, что смотрите мои видосики, кто смотрит. Кто не смотрит, приглашайте друзей. Итак, сегодня у нас такая вот опять подборочка монеток. 15 штучек у нас стран Азии монетки. Такая вот экзотика на моем канале и в моей группе будет продаваться. Ссылочка в описании, можно будет зайти и заказать. Итак, начнем. Первая наша монетка, это у нас египетская монетка. Это у нас 10 пиастры 1967 года. Еле тут по этим иероглифам определил год. Гурт у нас ребристый, здесь изображение орла с двумя звездочками. Такая вот интересненькая монетка, кому нужна в коллекцию, заказывайте. Ссылочка в описании на мою группу в Фейсбуке, где можно все будет заказать. Монетка Египта. Миды никелевый сплав. Следующая наша монетка, тоже с иероглифами. Это у нас Египет. 5 пиастров. Вот. Вот по этим иероглифам можно определить год. Вот. Кто хочет, поставьте на паузу, определите. Здесь гурт у нас, как видите, гладкий. Здесь у нас изображен какой-то сосуд. Красивая такая вот монетка. Кому интересно, заказывайте. Поставьте у меня в группе плюсик, монетка ваша, если успеете. Следующая монетка у нас 10 байс, 1999 год. Оман. Вот материал у нас данным стали с бронзовым покрытием. Видно по ней, гурт у нас гладкий. Здесь у нас изображены мечи. Такая вот прекрасная тоже монетка, экзотическая. Вот, не часто у нас в Украине, по крайней мере, встречается. Ну так. Вот. Следующая наша монетка, это 25 байс, 1999 год. Тоже. Ну, по этим вот здесь видно 1999. Вот, тоже такая вот красивая монетка. Гурт у нас же здесь серебристый, минный никелевый сплав. Здесь опять таки мечи. Такая вот прекрасная, интересная монеточка. Кого нету, можете у меня ее заказать. Следующая наша монетка, которая представлена, это у нас Бахрейн 5 Хилсив 1965 год. Или там по ихнему там календарю. Вот. 1385 года. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас изображена пальма. Не думайте, здесь не 1970 год. Это на другой. Там иероглифы у них по-другому читаются. Так что, такая вот у нас интересная монетка. Следующая у нас такая крупная монетка. Это у нас Саудовская Аравия. 50 халали. 1977 года по нашему календарю, по ихнему 1397 года. Гурт у нас ребристый. Здесь так вот изображены мечи, пальма, красивая монетка. Вот. Правитель Халид ибн Абдель Азиз. Я еле прочитал. Так, миды никель сплав. Королевство Саудовской Аравии. Такая вот интересная монетка. Вот, кому интересно, может ее заказать. Будет у меня в группе. Вот, и цена будет тоже там. Так, следующая наша монетка. Это у нас Арабские Эмираты. United Arab Emirates. Вот, такая вот монетка. Материал у нас мидный никелевый сплав. Правитель Заид бин Султан, халифа бин Заид. О. Так вот оно читается. Данная монетка у нас уже семиугольная и круглая. Вот. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас изображены нефтяные вышки. Такая вот интересная монетка. Кто захочет себе в коллекцию, состояние неплохое, сами видите. Вот. Все у нас отличненько. Следующая у нас такая тоже интересная монетка. Это у нас Иран. 1 риал. 1947 год вроде бы. Но точно я не знаю, не буду говорить. Год здесь
очень тяжело, я его-то, в принципе, точно не определил. Вот, может, я ошибаюсь, писать точно не буду, в группе выставлять, какой год тоже не буду. Гурт у нас ребристый, здесь у нас такой вот красивый лев с мечом. Такая вот прекрасная небольшая монетка, прекрасно, я думаю, будет смотреться у кого-то в коллекции, кто собирает тематические или не тематические монетки. Так, Тунис, следующая у нас, 10 мм, 1960 год, здесь уже проще определять год монетки. Данная монетка у нас латуни, гурты у нас ребристый. Вот здесь уже можно определить год. Вот видите, 1960, там уже их 1380 по какому-то ихнему календарю. Вот такая вот монетка. Интересная. То есть той же страны, из той же серии. Как бы 20 уже миллимов 1960 года. Монетка, в принципе, такая же. Может, где-то иероглифом чуть отличается. Гурт у нас ребристый. Определить год тоже просто. 1960, 1380 по ихнему исламскому там календарю. Такая вот прекрасная монетка. Тоже у нас латуни. Дальше продолжаем. У нас тоже Тунис. Уже 50 миллимов. 1960 год. Вот тут 50 миллимов. Гурт ребристый. Здесь уже год 1960 и 1380 по ихнему календарю. Латунь. Вот такая вот интересная монетка. Можно взять целых. И будет у вас целый наборчик, коллекцию. Вот. Уже у меня 100 миллимов тунисских. Тоже, но уже год не 60-й. Год у нас уже 1996-й. Гурт у нас ребристый. Вот здесь уже видно у нас. 1996 год, тоже какие-то арабские иероглифы, такая интересная монетка, кого-то удивить так. Цена у нее, я скажу вам, не будет недорогая, так что можно будет себе свободно покупить, подкупить себе в коллекцию, кому будет интересно. Ссылочка в описании, пишите, позаходите. Так, следующая у нас монетка, это же у нас Марокко, 10 сантимов, 2002 год. По ихнему календарю, 1004, по исламскому календарю, 1423 год. Такая вот у нас обиходная монета. Правители Мухаммед VI, медь, алюминий, цинк, олово. Такая вот монетка, здесь такой вот герб. Вот. Кого интересует, ссылочка в описании, переходите в группу, будет выставлена на продажу. Так, и предпоследняя монетка, которая у нас тоже, это Марокко, 50 сантимов, 1974 год, видно вот сверху, 1394 год по календарю. Правитель Хасан II, королевство Марокко, медно-никелевый сплав, вот, гурт у нас ребристый, здесь у нас уже вот такая вот, как говорится, изображение правителя Марокко. Вот. Если не ошибаюсь, еще раз говорю. Вот, точно не изучал по монеткам. Так, и последняя монетка на сегодня. Это один дирхам. Монетка, конечно, затертая. Уже вот тут год затертый. Но я определил, что это 1965 год. 1384 по ихним календарю. Гурт у нас ребристый. Такое вот у нас изображение правителя, от этого понимаю, Хасан II. Вот, материал никель. Такая вот у нас монеточка. Ну что ж, на этом будем заканчивать наш видосик. Все монетки будут выставлены в группе в Фейсбуке. Можно на продажу, можно будет приобрести. Ссылочка в описании. Переходим, заказываем. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. Всем пока.